Всем привет, ребята! Сегодня мы займемся кормлением наших любимых огненных муравьев. И сегодня это будет необычное кормление. В качестве кормового объекта я купил замороженных мышей. Продавцы их мило называют голышами. Как я понял, такие мыши в основном предназначены для кормления змей. Но я думаю, и огненные муравьи не откажутся от такого деликатеса. Эксперимент мы будем проводить в несколько этапов. На первом этапе я положил размороженную мышь на арену, так как дело было вечером, я поснимал 2 часа и дальше решил продолжать съемки уже с утра. Но с утра этой мыши уже не было. Ее растащили по кусочкам, часть кусочков лежала прямо на арене, ну а часть уже непосредственно затащили в систему ходов. В гипсе я их не видел, но, скорее всего, они были где-то в песочной части формикария. На следующий день я решил повторить эксперимент, но уже для эксперимента я взял 2 мыши. Одна мышь была полностью разморожена, она будет лежать на арене снизу, а вторую мышь я положил полностью замороженной, прямо из морозилки. И вы видите, что на верхнюю мышь пытаются залезть муравьи, они сразу как-то тормозятся, примерзают к ней, и сверху они не особо пытаются грызть мышку. Ну а вторую мышь они сразу же активно начали кушать. Здесь я решил сделать следующим образом. Я оставил камеру на 8 часов и потом эти 8 часов ускорил в 500 раз. И у меня получилось примерно 1 минута видеоматериала. Давайте с вами посмотрим, как происходили эти 8 часов трапезы. Несмотря на то, что первую мышь муравьи съели буквально за 10 часов, 8-10 часов, то вот эти мыши, которые я положил во второй день, особенно замороженная, за 8 часов ее, конечно, подгрызли, но полностью ее не съели. Примерно спустя 1,5 суток, то есть около 30 часов, эти мыши были практически полностью съедены. И также на арене лежали кусочки мышей, но все-таки основная часть находилась в земляном формикарии. Вот такой сегодня получился эксперимент. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться, поставить лайк. И до новых встреч. Всем пока-пока.